Всем привет-привет, мои девчонки, мои мальчишки. Сегодня вспомнила вдруг, у нас лето на дворе, а я вам не показала замечательный свой молоко-чай. Молоко-чай для похудания называется. Вот, знаете, прекрасная вещь. Сейчас вам расскажу. Это такой он мочегонный и желчегонный, чистит организм этот чай. Как он делается? Давайте посмотрим. Он улучшает, в общем, ваше состояние, омолаживает. Ну, всяко-разно. Его хвалят многие. И вот хочу показать вам этот молокочай. Что-то совсем забыла. А нам же надо всегда быть красивыми, стройными и веселыми, жизнерадостными. Вот. Значит, беру я молоко. Молоко я беру вот такое. У нас называется семи скимит милк. Семи это полу, скимит это обезжиренное. Я беру полуобезжиренное молоко. Вот. Ну, можно вообще взять обезжиренное молоко. Сами понимаете. Вот. Я его вот смотрю аккуратненько, чтобы оно не убежало. Прям вот стою, потому что я из разряда тех женщин, у которых молоко убегает. Поэтому вот. Вот я вот так вот его довожу практически до кипения, но не кипячу ни в коем случае. Вот видите, вот так вот. Вот пузырики уже пошли. Сейчас. Вот. Как бы не убежала. Бай. Ну вот, наверное, вот. Так. Вот так я его довела, прям практически до кипения. Не пугайтесь, что у него там, видите, крапиночки. Это я уже хотела сделать, вам не показав, потом вспомнила, надо же мне показать моим девочкам. И вот сейчас покажу, как я делаю. Теперь мы должны взять зеленый чай. Зеленый чай любой. Вот какой у вас есть зеленый чай? Такой, пожалуйста, используйте. Можете, вот я вот нашла у меня, видите, органик, грин, ти. Здесь у меня пакеты просто-напросто. Ну, это, в общем, роли не играет. Вот такие вот пакетики, видите. Не очень-то они привлекательные, но зеленый. Вот, это у меня чай жасмин. Тоже. Как ни странно, но тоже он тоже в пакетиках. Вот. Значит, и если у вас есть, то можно еще вот чай зеленый рассыпью листовой. Я беру на литр молока. Вот, наверное, 7 пакетиков таких. Вот я взяла 7 пакетиков зеленого чая. И я их сейчас вот прямо так вот аккуратненько опускаю. Любой зеленый чай, который у вас есть в наличии. Если есть, знаете, с добавками, джинджа бывает, с имбирем. Вот у меня с жасмином. Бывает еще какие-то там, я не знаю. Вот, бывает просто чистый, да, зеленый чай. Вот я вот так вот его в этот литр молока аккуратненько опускаю. Сейчас еще, если такой у вас рассыпчатый чай, то 2 столовых ложки. Ну, я не буду добавлять рассыпчатого, я вот только так. Накрываем крышкой и ждем, наверное, 30 минут. Ну вот, друзья, смотрите, что у нас классно получилось спустя 30 минут. Видите, у меня почему-то разорвался какой-то пакетик, вот. Выпал снаружи чай. Сейчас я процежу и вам покажу, как он выглядит. Ну, вы видите, что вот он стал такой зеленый. Он, конечно, не насыщенный цвет имеет зеленый, смотря какой у вас чай. Но вообще, этот чай, он, как вы понимаете, он мочегонный. Он не столько идет, как вам сказать, для похудания, как он идет для того, чтобы вот снизить отечность, убрать лишнюю жидкость из организма. Он снижает давление, имейте в виду.
Но он не сильно, конечно, снижает давление, но точно так же, как мочегонные таблетки, допустим, кто знает, да? Вот. Сейчас вот этот чай весьма популярен, его рекомендуют многие и говорят, что даже может человек вот за сутки на 3 килограмма похудеть. Но вы понимаете, это не похудеть, это уходит жидкость. Поэтому, когда вы пьете этот чай, это как вы пьете? Я не сказала, значит, вы должны такую как бы разгрузочный день на молокочае на этом себе устраивать. Вы берете, можете заварить еще, если вам литра не хватило, вы пьете его сколько хотите. В течение всего дня, один раз в неделю рекомендуется вот такой разгрузочный день на молокочае. Но помимо молокочая вы должны пить еще воды, как минимум 1,5 литра в день, в сутки, можно больше, потому что организм обезвоживается. Ну вот так вот я его процедила. Вот такой красивый он получился у нас, видите, вот. Его можно пить как горячим, теплым, холодным, как вам нравится. Можно разогреть, если вы холодный не любите. Вот в течение дня вы его пьете, друзья. Что хочу еще тут заметить. Вы, пожалуйста, не очень сильно не радуйтесь, когда вы худеете от этого чая, потому что, как я сказала, он не сжигатель жира, он выводит жидкость. Но так как с жидкостью выводятся и токсины тоже все, то вот получается, что он очень полезный для женщин особенно. Кстати, вы знаете, он очень вкусный, приятный, очень вкусный у него вкус. Мне нравится. Вот я его пью, ну, наверное, уже третью неделю всего лишь навсего вот по разу. И рекомендую всем вам. Будьте здоровы, будьте красивы, всегда любимы, счастливы и на позитиве. Пока-пока.